Дорогие друзья, сегодня везем на презентацию и подбор две колясочки. Это Invacar Bora и Mayra MC2. Ну и подушку Роха. Обе коляски абсолютно новые. Бора имеет скорость 10 км в час. МЦ-2 имеет скорость 6 км. Но клиент планирует использовать коляску в домашних условиях, так что скорость для него не принципиальна. Обе коляски Бора конец 2018 года. МЦ-2 шестой месяц, 2018 год, абсолютно новый. МЦ-2 имеет заднюю подвеску, амортизаторы с возможностью регулировки, антиопрокидыватели, пневматические колеса, освещение. Простая, классическая, максимально надежная колясочка. Освещение очень хорошее, светодиодное, красивое, дальнобойное, с таким хорошим, светлым, проникающим светом. Классический пульт. Зарядное устройство, в принципе, все. Бора, конечно, коляска мне очень понравилась. Я ее эксплуатировал в городе Сасаки. Там по плохим дорогам. Она по сравнению с B500 оказалась намного мягче. Также скорость десятка, это не, ну, по крайней мере, в Саках это было максимально важно, понимаете, потому что чтобы быстро доехать с одного места на другое. Эту коляску я уже много раз показывал. Имеется регулировка, механическая регулировка с помощью инструментов под любые потребности ее хозяина. И механическая регулировка вот с помощью вот этой шайбочки. Можно очень просто отрегулировать угол наклона сидения. Регулируется ширина подлокотников. Все вот штуки очень надежные, очень крепкие. Сейчас мы едем на улицу Виллиса Ласоса и уже в домашних условиях будем тестировать обе эти коляски. Ну, если у клиента возникнет желание, мы с ним поснимаемся. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал. Впереди еще будет очень много интересного.